коллектив старается помочь нашим кадетам найти себя в жизни, профессионально определиться и стать порядочными людьми. Сегодня хотелось бы пожелать всем присутствующим здоровья и хорошего настроения, коллегам неисчерпаемого энтузиазма и повышенной работоспособности, а нашим кадетам успехов, счастья и всего самого лучшего в такой долгой и такой короткой дороге взросления. С праздником, дорогие друзья! Дорогие ребята, с честью носите форму кадета, твердо следуйте традициям кадетского братства. Желаю вам здоровья, успехов и хорошей учебы. Уверенно идите к своей цели, стойко преодолевайте трудности и будьте примером для сверстников. Гордитесь своей кадетской школой, городом Клинцы и нашей страной. Выражаю благодарность всему педагогическому коллективу школы за верность профессиональному долгу, трудолюбие и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к родине. Пусть этот юбилей послужит хорошей возможностью для того, чтобы сделать учебный и воспитательный процесс в вашем учебном заведении еще более творческим и успешным. С праздником, с юбилеем, уважаемые кадеты! Уважаемые курсанты, преподаватели, воспитатели, гости! От имени Клинцовской городской администрации, от себя лично, поздравляю вас с десятилетним юбилеем кадетской школы. За эти годы у клинчан выработалось уважение к мальчишкам и девчонкам с кадетскими погонами, которые являются постоянными участниками всех наших городских и спортивных мероприятий. В начале февраля прошла городская эстафета для призывной молодежи, где кадеты заслуженно заняли первое место. Я благодарю руководство школы, педагогический коллектив, воспитателей и всех сотрудников за большую военно-патриотическую работу, которую вы ведете в своем учебном заведении. Каждый год ваши выпускники поступают в учебное заведение, чтобы посвятить себя одной из самых мужественных профессий – служить России и защищать свой народ. Пусть эта традиция будет и дальше продолжаться. Следующее. Любите и никогда не расстраивайте своих родителей. Любите и уважайте своих наставников. Любите и гордитесь своей родиной. Здоровья, успехов, благополучия и только вперед. Николаевна, потому что вот с руководителя образовательного учреждения зависит очень многое, поэтому искренние слова благодарности за ее труд, за ее деятельность. Она всегда с нами, всегда может подсказать что-то. У нее не грех многому поучиться. Спасибо, Николаевна. Картина, которая будет украшать здание вашего кадетского учреждения. Ну и поскольку я еще представляю Стародубский казачий кадетский корпус, я бы хотел вручить от имени казачьего кадетского корпуса вот такой символ. Символ власти атамана, символ власти директора. Я думаю, этот символ будет занимать достойное место в ее кабинете, и редко, когда она будет его снимать. Я надеюсь, по крайней мере, на это. И еще один символ, который я хотел бы вручить, это икона Казанской Божьей Матери, которая является олицетворением единства русской земли. Я хотел бы, чтобы и в вашем учреждении всегда царило единство. Единство в достижении цели. Пусть хранит Бог ваше учреждение. Кадетский вальс, кадетский вальс, кружатся пары и
Праздник остается в наших сердцах, а его эстафета продолжается. Счастья вам! Здоровья! Успехов! До новых встреч!